Ваше прошел рейд по пресечению деятельности организованных преступных группировок. Как сообщила 29 января пресс-служба МВД, сотрудники правоохранительных органов осуществили обработку мест возможного скопления. Это гостиницы, ночные клубы, кафе-бары. Так, применены меры превентивного воздействия в отношении 30 лиц, состоящих на оперативном учете МВД как члены ОПГ, которые доставлены в милицию для профилактической беседы. В том числе в милицию был доставлен Кадыр Досонов, известный по прозвищу Дженго. Все прибывшие были дактилоскопированы, сфотографированы и им вынесены официальные предупреждения. В Бишкеке на пересечении проспекта Манаса и улицы Ахумбаева водитель справил нужду из маршрутки. Видео было опубликовано в соцсетях. Автор ролика утверждает, что мужчина был за рулем маршрутки под номером 265. Как затем сообщила пресс-служба мэрии, водителя уволили. Уроженец Кыргызстана, полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахмедов входит в топ-20 самых дорогих футболистов России. Об этом сообщает Спорт-Акипресс. На данный момент его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро. Посылки из Китая доставляются в обычном режиме. Получатели забирают почту, как и прежде. Об этом Акипресс 29 января сообщили в пресс-службе Кыргызпочтасы. В связи с последними новостями о коронавирусе у пользователей соцсетей появились вопросы по поводу посылок, заказанных через китайский онлайн-сервис AliExpress. Они спрашивают, безопасно ли идти на почту и забирать прибывшие из Китая посылки. Кыргызпочтасы успокоили, что данный вид вируса не передается через предметы.